Любская мама выздоравливает. Спасибо. Хорошо, у тебя мама. Мечтаю видеть тебя опять брюнеткой. Спасибо. Мама, привет. А зачем ты закрываешь дверь, что я вообще открыть не могу ни верх, ни ниже, ни замок? Нет, это я вот на нижней только за. Ай, ключи-то не работают. Ай, котик, ну конечно. Я думаю, что я домой попасть не могу. А ты нашла ключи, Зайка? Зайка не нашла ключи. А как же? Ну вот как же, так же. А куда ты делаешь? Ключи куда-то делаю, не могу найти. После того, как стала ведущей, отношение к участникам изменилось? Нет, а почему оно должно измениться? Ну, это же просто поменялся статус. И все. Я всегда высказываюсь о людях, исходя из их поступков. За словом, в карман не полезешь, молодец. Сколько там комнат? Но где мы снимаем? 3. Здесь большая очень квартира. А квартиру, которую купили, 2. Юль, передай привет моему сыночку. Привет. Так. Кто тут ходит, блодит? Кто тут ходит, блодит? Где ты, гном? Гном. Здрасте. Вот так скажи всем здрасте. Здрасте, ребятушки. Ой. Ира правильно спасла, она хорошая. Да, мне Пинчук нравится. Так, оставь телефон. Ой. Это твоя собачка? Да, это Милеша, моя собачка. Она и на проекте была со мной. Да вот она пришла, сказать маме привет. Сказать, мама, привет. Юль, за сколько снимается? Блин, дорого снимаем. Не хочу даже говорить, если честно. На пеленку ходит? А, в общем, ситуация с туалетом нам далась непросто. Потому что Милена до года вообще отказывалась делать это дело в одном месте. Она была засыпана. И сейчас... И квартира съемная предыдущая очень сильно пострадала. А потом случилось чудо. Мы поехали к бабуле, ну, к моей маме. А и она ее каким-то вообще чудным образом... Сейчас включу свет. Каким-то чудным образом всего там за неделю, наверное, приучила... Видите, у нас все в коробках, просто все в коробках, потому что мы уже на коротком старте. Приучила ходить не на пеленку, а в лоток, как кошек. Но это, правда, очень удобно. Так. Боже, какие-то извращенцы пошли. Такая же проблема, обои не трогает. Нет, вообще, обои она у нас... И не только обои, все руки буду мыть. Она у нас вообще в этом плане девочка молодец. Она у нас никогда ничего не грызла. А, никогда... Там, знаете, бывает, собаки пока растут, обувь грызут, плинтуса. Ничего у нас никогда не было такого, поэтому я ее ругать не могу. Юлечка, вы супер, я рада, что у вас складывается все наилучшим образом. Спасибо, да. На самом деле, каждый день засыпаю, просыпаюсь. Благодарю Боженьку за то, что у меня все, слава Богу, хорошо. Где муж? У меня мужа нет. Мамочке передавай привет, спасибо. Татуаж? Татуаж бровей у меня, да. Татуаж. Юль, во сколько ложишься спать? Да по-разному, не знаю, как-то какого-то одного времени нет. Повезло, сколько собачки Миленки нашей... Сейчас какой год? 19-й? 10, 11 лет будет. А не хочешь мужа? Я была замужем
8 лет. Нельзя, у меня нет такого. Хочу или не хочу, но это как Бог даст, как сложится жизнь моя, так и будет. Ой. Простите меня. Так, уберем маску, ты так красивая. Хочу быть с маской. Собачка не болела? Ой, да болела она. Ей маску удаляли, потому что... как-то она у нас застудилась, судя по всему. Ой. Так. Сейчас, мам, тебе сделать чай? Нет. Сейчас обую, сейчас. Я твои пока обую, ладно? Я твои пока обую, тапочки. Не обувай, не обувай. Ой, моя куколька. Ой, моя куколька. Да это я ни с кем не разговариваю. Это прямой эфир, с подписчиками общаешься. Привет тебе передаю. Спасибо. Спасибо, говорит, и я передаю. Сейчас свет включу. О, боже, Милена там. У меня две Милены. Одна, которая на острове, в телеке, другая моя, которая дома. О, Миша сядет, батарейка. Почему Милена назвала? А я рассказывала как-то эту историю, когда у меня Милена только появилась, по телевизору шел сериал. Я не помню, как он называется, но там была героиня, которую звали Милена. А ее мужика, с кем у нее там была любовь, морковь, звали Нанду. И она мне очень нравилась. И я решила, что когда у меня будет дочка, я ее назову обязательно Милена. Но время шло, дочка у меня не появлялась. Появилась собачка. И было лишено назвать собачку. Сидит, слушает. Собачку назвать Милена. Да? Кто Милена у нас? Кто такой гласивый сидит? Вот так вот. Ага. Милена просто бабушкина любовь. Милена от нее вообще никуда, никуда вообще не идет. Фух, сейчас. Ой, спасибо, мамочка. Это я люблю. Этот Нанда, блин, что там было интересно про Нанду. Блин, я не увидела, что было интересное про Нанду и про вертолет. Ну да, он, по-моему, был летчиком. По-моему, Милена это была из обеспеченной семьи. Ну, насколько я помню, а Нанда этот, по-моему, был летчиком. И у них случилась любовь. Как продвижение с ремонтом в Одинцово? Шикарно, лишь бы не сглазить. Прям вообще все отличненько продвигается. Юлечка, покажи, пожалуйста, что будешь ням-ням. Так, тогда вот так ставлю телефон. Блин, неудобно, потому что неудобно. Тут провода вам будут мешать. Надо посмотреть, что есть. Во-первых, я сегодня говорила, я пью... Вот такие детоксы мне очень нравятся. Очень. У меня целый холодильник ими забит. Я сегодня вам показывала в сторис. Он офигенно чистит организм от всяких шлаков. Так, нужно почитать. А ем я, вот тоже про это говорила, готовую еду. Тоже у нас весь холодильник в этом. Я не знаю просто, что я сейчас хочу. Сейчас, ребят. Так. Короче, сегодня я на работе заказывала еще еду в китайском ресторане. Вот. И решила... поесть ее, потому что мама у меня такое не ест, из-за того, что там достаточно своеобразная кухня, острая.
Не знаю, блин, как поставить телефон. Потому что он... Ой, сейчас открою. Потому что он не хочет стоять, у меня зарядка села. Пьет она. Что пью? Алкоголь? Алкоголь вообще не пью. Сейчас пью финики, кишью и какой-то еще кэроп, я не знаю, что это, орех или что. «Во имя любви» называл сериал. Точно, «Во имя любви». Мой самый любимый сериал. Точно. Какие вы у меня молодцы. На острове не скучно работать? Мне не скучно, мне нравится. Ну и потом, у меня же есть цель. А я такой человек, что вижу цель, не вижу препятствий. Вы что, поссорились с кем? Поссорились? Я ни с кем не ссорилась. Что за детоксы? Что скажу? Они вообще бывают разные. Видите? Это огурцы мои любимые, дядя Ваня. Я только их ем. Из соленых. Вот это с чем? Апельсин-лимон. Это соус базилика, мой любимый. Сейчас проведу вам экскурсию по холодильнику. Это у нас свекла, лимон, яблоко. Что-то еще. Черника, лимон, уголь. Шпинат, лайм, ананас. Они все пронумерованы. Ну, конечно, в идеале вообще их... Если их пить весь день, то ничего не есть. Но я так не могу. Много же у нас всяких шлаков. Мы с вами едим всякое говнецо, простите. Ну, не все, конечно, но многие. И поэтому организму тоже... Нужно давать, выдыхать и разгружать его. Что за напиток пьешь? Я про него только что рассказала. О, Янка, привет! Это детокс. Смузи. Он состоит из... Кто там? Вот, видите, финики, киши, еще что-то. Как похудеть? Я не знаю, ребятушки. Я никогда не страдала от лишнего веса, поэтому не смогу вам сказать. Где купить? Я заказываю это... Давала ссылку в Green Detox через Instagram. Просто я уже не первый раз там заказываю, мне нравится. Где твоя мать? Ну, во-первых, у меня не мать, а мамочка. Мне жаль вас, если вы свою маму и маму вашу жаль называете матерью. Для меня неприемлемо такое обращение к человеку, который меня воспитывал. Поэтому я не знаю, про что вы говорите. Любимые духи. Да мне конкретно любимых нет. Люблю такие сладковатые запахи. Мамуля не спит еще. Мамуля смотрит «Дом 2». Это ж мамина любимая передача. Юля, в Нальчике была? Нет, в Нальчике не была. Шоколадки любишь? М-м. Как-то я вообще равнодушна к сладкому, к конфетам. Как насчет сына? Какого сына? У меня нет сына. Смотрю, на тебя зазналась. Ну, естественно, вам виднее. Мы же с вами друзья детства. Какие процедуры делаешь с волосами? Ничего не делаю. Я хотела попробовать там, ламинирование для волос есть, всякая такая фигня. Но что-то как-то не рискую. Мамуля, привет. Спасибо, Янчик, спасибо.